Сегодня ДВФУ – один из самых интернациональных университетов не только в России, но и в мире. Здесь можно встретить представителей десятков национальностей. География от Азии до Южной Америки. В этом году Дни Межнационального Студенческого Единства стали еще более масштабными и многонациональными. В фестивале принимают участие студенты из 67 стран 5 континентов, а также представители коренных народов российских республик – Алтая, Бурятии, Тувы, Якутии и впервые Чечни. Каждый год, это уже 8-й раз, проходит очень важное мероприятие, оно особенно ценно тем, что это не что-то, что пришло сверху, это вы сами его организовали, сами придумали, сами проводите, и это просто здорово. День Межнационального студенческого единства – это большой и яркий фестиваль народов. Для подготовки студенты из разных стран объединились в одну большую команду. Большой праздник начался торжественным парадом и представлением национальностей. Из родных мест студенты привезли музыкальные инструменты, национальную одежду, обувь, украшения, предметы быта, сувениры, игрушки. Все это представили на выставке-ярмарке, где также рассказывали об истории и культурных особенностях своих народов. Фестиваль ежегодно знакомит с традициями, искусством, культурными особенностями и кухней народов, представители которых учатся в ДВФУ. По окончании официального открытия студенты и гости университета смогли попробовать блюда национальной кухни представителей участников фестиваля. Сначала бы я хотела поприветствовать вас по-нашему. Поклон тебе. Это невероятно, это прекрасно. Милые люди, милое место, милый климат, инфраструктура. Мы уже участвуем 3-й год, и я считаю, что это очень важно, представить свою страну, показать свой народ, свою культуру. Это интересно, потому что я ранее никогда не уезжал из моей страны Колумбии. Мое первое впечатление от Владивостока – очень-очень холодно, в отличие от моей родины. Но на улице очень красиво. Да, здесь холодно, но это красивое место. Подготовка шла очень весело. Мы все очень сблизились. Лично очень рада, что в ДВФУ есть такой праздник. Университет уделяет особое внимание адаптации представителей разных стран к проживанию не только во Владивостоке, но и в России в целом. И ежегодный фестиваль «День Межнационального студенческого единства» – важная часть укрепления межнациональной дружбы и толерантного отношения к представителям других культур и народов в молодежной среде. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.